Всем привет, друзья! Ну что, гараж окончен? Я вас приглашаю окунуться, так сказать, в середину, в атмосферу моей мастерской. Ну и посмотрите, как было изначально и как стало сейчас. Прошу вас! Вот такой получился гаражик. Кто помнит, каким он был? Помнят, как он выглядел и что это было за ужасное состояние моего гаража. Теперь это полноценная мастерская, в которой я мучу разные там проекты, разные штуки. Но об этом немножко поподробнее потом. Итак, покажу вам, как все происходит внутри. Как только мы заходим, справа у нас вот такой вот слесарный, вернее, столярный стол. Это у нас комбинированный стол. Вот так у нас все выглядит. Все прекрасно. Он у нас большой, функциональный. На нем тесочки есть. Также есть у нас система сигнализации. Это у нас софтбокс. Если вы обратите внимание сюда вот наверх, вы увидите трубу. Непонятную трубу. Объясняю, это вентиляция. Дальше покажу, как она устроена. Ну, примерно покажу. И она работает принудительно. Тут у нас ноутбук, разные запчасти, разные детали, вот, которыми я работаю. Также у нас самодельный, все самодельный, ребят, все делал своими руками, сам. Может быть немножко неровно, может быть кривовато, но зато все сам. Никому не платил, вот только покупал материал. С левой стороны, как мы заходим, у нас слесарный стол. Вы тут можете видеть, ну, честно говоря, я не убрался, так что это даже, возможно, и лучше будет для вас, потому что я много каких деталей просто не прибрал. Вот. И вот у нас такое освещение. Вот, а это у нас полка наверху, полка при входе. Как вы помните, изначально тут был хлам, мрак и просто апокалипсис. После того, как я въехал в гараж, изначально я заделал дыру. Вот вы сейчас видите на своих экранах ее. Ее заделал, заштукатурил стены, подшпаклевал потолок и сделал электрику. Изначально я делал электрику как? Кинул кабель 2,5 на 3, то есть сечение 2,5-3-жильный. Сделал, кстати, заземление. Конечно, штука не сильно нужна в гараж, но у меня была возможность, были инструменты, была охота, и я себе сделал заземление. Я думаю, с ним лучше, чем без него. И, в общем, у меня сейчас в каждой розетке есть заземление, что важно, наверное, я не знаю. После того, как я заштукатурил стены, я их пошпаклевал, покрасил и сделал, помимо мастерской, сделал студию. Давайте перейдем в нее, посмотрим. Ну и как вы видите, студия у меня вот такая, и поделена она на две части. Это одна часть моя, и вторая часть другого одного известного канала. Вернее, другого известного канала. Я думаю, сами догадаетесь, какого. Ну, а как он здесь оказался, это уже совсем другая история с Леонидом Каневским. Делалось все собственноручно, старались все делать быстро, эффективно. Ну и получилось, как получилось. Тут коврик у нас лежит. Хочу заметить, пол у нас с плиточки, что очень также важно. Плитку, кстати, я покупал бэушную, битую. Вот, немножко надломанную. Кусок уже, блин, здесь отломался, не знаю как. Вот тут мы можем увидеть трещину. То есть, чтобы понимали, плитку я покупал совсем не целую. Совсем бэушную, бракованную и со склада. Итак, смотрите, хочу обратить ваше внимание на вентиляцию. Вентиляция у нас принудительная. Вот я могу включить... Обана, тумблер, и пошел забор воздуха. И у нас, значит, вентиляция идет аж вот, короче, к концу гаража. Вот она здесь началась, вернее, закончилась при выходе.
а началась аж вот здесь. То есть, как вы понимаете, вентиляция — мое почтение. И, кстати, хорошо тянет. Ну, это у нас диванчик, который я сделал сам в стиле лофт. Видео вы могли видеть на канале. Вот, и вот, в общем, так обстоят дела. Все уютно, все комфортно. ОСБ-шечки стоят, висят, вернее, здесь и здесь. То есть, как мне кажется, очень даже культурненько. А вы пишите в комментариях, как вы думаете, культурненько вообще получилось или нет, и как бы вы сделали. Но это еще, конечно, не конец, как вы помните. У меня есть прекрасный, шикарный подвал в гараже. Давайте посмотрим, как себя чувствует подвал сегодня. Подвал сделан у меня вот таким образом, что закрывается он на такой, с таким, в общем, с помощью такого люка. Здесь у нас доски, по которым я могу свободно ходить танцевать. А здесь у нас люк, по которому я тоже могу свободно ходить танцевать. Закрывается он на такую вот защелочку. Тык. Все, можно ходить танцевать. Тык, открыли. Приглашаю в подвальчик, пошли. Лестницу, кстати, я делал сам. Вот у нас такая красота в нашем подвале. Оп, смотрите. Как вы, я думаю, помните ранее, кто смотрел мои выпуски гаража, здесь у нас была стена, которую я решил убрать, потому что в этой вот части, вот мы видим, где будет буржуйка, забегаю наперед. В этой части была стена, и она мешала. Мешала чем? Потому что, получается, с этой стороны была очень маленькая комната. То есть комната была очень узкая, и ну, то есть, смысла со стены вообще не было. Она не несет никаких опорных функций, так сказать. То есть что она есть, что ее нету, по барабану. Убрал стену. Далее, после стены залил я стяжечку, вы, по-моему, видели все в это видео, и устелил все той же бракованной бэушной плиткой. Но для меня это совсем не проблема. Также стену старую также обложил плиткой. Ну, соответственно, не облаживал, а мой отец. Спасибо ему большое. Также у нас есть вентиляция, такая же принудительная. Работает офигенно. Это у нас отточка, как бы назвать. Смотрите, а что это с пауком? Очень интересно, паук умер. Вот, это у нас отточка, так сказать. Вон у нас приточка. Сейчас покажу ближе. Тут у нас куча всякого разного хлама. Я поставил вот таких вот два светильника. Один, другой, по 36 ватт ледовский светильник. В принципе, на низ хватает полностью, на верх не очень. Так, стены... Вот тут зашил ОСБ, это у нас вторая стена. Тут изначально я думал, что будет кухонька, но тут немножко влажно, нужно делать отопление. Вот у нас приточка. То есть я говорю, кто помнит, это у нас электрика, кто помнит и кто смотрел первые три части гаража, они могут сравнить, или вы пересмотрите, и все будет понятно, какие руины здесь были и какой кайф, грубо говоря, тут сейчас происходит. Вот. Электрика у меня тут еще в подвешенном состоянии, гараж не доделан, но я в этой вот части, не упасть вообще, в этой вот части я буду делать буржуйку, выводить ее наверх, пробивать там дыру, потом тут будет у нас труба выходить, потом коленом и наверх. То есть я думаю, будет прикольно, классно и, в общем, надеюсь, будет греть меня зимой все это дело. Также у нас здесь есть кирпичная, вернее, каменная стена. С ней ничего делать я не буду, потому что там будет буржуйка, она будет греть. Ну, как я подозреваю, камень будет нагреваться и будет греть, в общем, подольше. Ну, как делали древние казаки, если я не ошибаюсь. Поправьте меня в комментариях, если вы разбираетесь. Вот, потолок. Потолок у нас с блочных сплит, в общем. Сплит перекрытия, вот. Все офигенно, все классно. Пушка, гонка, как-то так. Тут у нас лук. Арбалет, вернее, недоделанный лежит. Возможно, когда-то я его сделаю. Вот. И вот такой у нас подвал. Кстати, напишите в комментариях, как вам подвал, как вам вообще гараж,
чтобы вы в подвале доделали, потому что наверху я уже, я думаю, ничего не буду переделывать. А вот в подвале что можно сделать и чтобы вы сделали, очень ваши идеи подойдут кстати. Возможно, я прислушаюсь, что же можно сделать здесь. В подвале такая же идет электрика. У нас здесь трехжильный кабель с сечением 2,5 вроде. Ну, а на освещение одножильный кабель с сечением... Вернее, двухжильный кабель с сечением единичка. Это у нас вентиляция. Должна была быть кухня, и оттуда должна была вентиляция работать сюда на выдув. Итак, вот такой у меня гаражик. Обязательно пишите в комментариях, как вам он, вообще понравился или нет. И те люди, которые следили за гаражом, я думаю, будут, ну, не удивлены, но удовлетворены. После того, как они увидели, что сейчас, и люди, которые следили за изначально за гаражом, они видели, какое его было изначальное плохое состояние. Но, ребятки, здесь, в данной мастерской, я открыл новый канал. Он называется Easy Master. Ссылочка будет в описании. Здесь я делаю свои самоделки классные. Здесь, кстати, я сделал пресс уже. Вот, и, в общем, тут, ну, кто увидел, кто, возможно, не увидел, есть много интересных ништяков, которые я не спрятал, в общем, так как они будут, короче, восстанавливаться, делаться в следующих моих роликах. Вам спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал Easy Master. А то мы, повторяю еще раз, второй канал, на котором я делаю самоделки. Прикольные самоделки. Там весело, точно вам говорю. Вот. А также подписывайтесь на этот канал Аль Пачино, на котором вышел этот ролик. Дальше уже все события про гараж, его обстановку будут выходить на Easy Master. Так что на этом канале Аль Пачино это последний ролик с гаражом. Смысла выпускать дальше на этом канале я не вижу, потому что второй канал посвящен самоделкам в этом гараже. Вот, как-то так. Обязательно оставляйте свои комментарии, свое мнение про данную мою затею и как я все это сделал. Сделал я, конечно же, не сам, а отцом я все это делал. Внутренние работы, скажем так, столы. Все, что вы видите в этом гараже, я делал сам, ну или покупал, соответственно. Пресс, кстати, сам делал. Там сверлильный станок старый очень. Ну, кто видел, на Easy Master он будет, его восстановление. Так что переходите, смотрите. Дальше будет очень интересно. Если вас интересуют какие-то вопросы, пишите их в комментариях. И я буду рад на них ответить. Ну, какие вопросы по гаражу. Может, вам что-то подскажу, если нужно. А вам спасибо за просмотр. И пока. Дальше будет много всего интересного. Но без гаража. Гараж на Изи Мастере будет. И самоделочки. Подписывайтесь. Пока-пока.